Давайте поговорим о том, что получает инвестор проекта «Двигатели Дуйнова» и как он может заработать, участвуя в этом проекте. Для начала хотелось бы отметить, что проект финансируется методом краудинвестинга, или как это еще называют, народное финансирование. Это означает, что абсолютно каждый человек из любой стороны мира может принять участие в этом инвестиционном проекте и стать совладельцем инновационного бизнеса. Небольшая минимальная сумма инвестиций, высокая вероятность получения прибыли, а также серьезная юридическая защита инвестированных средств делает привлекательным такую инвестицию даже для начинающих инвесторов. Каждый участник проекта, сделавший инвестицию, получает инвестиционные доли, дающие возможность заработать в случае успешной реализации проекта «Двигатели Дуйнова». После завершения проекта «Двигатели Дуйнова» компания «Совэлмаш» перейдет в форму акционерного общества, и каждый инвестор получит возможность обменять свои инвестиционные доли на акции предприятия «Совэлмаш». Хочу подчеркнуть, что каждый инвестор получает договор инвестирования, приложение к договору инвестирования, а также сертификат, в котором указано, какое количество инвестиционных долей принадлежит именно вам. Эти документы можно получить как в электронном виде, так и в бумажном с мокрыми печатями и подписями. Если вам интересно узнать больше информации об инновационном центре «Совэлмаш», проекте «Двигатели Дуйнова» и технологии совмещенных обмоток, переходите на наш официальный сайт, ссылка есть под этим видео, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики.